Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel и сегодня поиграем в Touchdown. Посмотрим, что это за и серия. У нас игрушка обновилась. Touchdown, давайте посмотрим. Так, поехали. Так, надо выбрать танк. Ну давай я выберу тогда Титан. На Титане поедем. Ага. Ого. Нифига себе. Так, у нас какой-то этот самый игра интересная. Типа закинуть надо мячик. Ух ты. Как интересно. О, давай, поднимайся. Смотри. Да, мы забили мяч. Офигеть. А чё повзрывались-то? Так, следующая серия. Следующий бой. Так, ладно, надо просто толкать его и все. Толкать. Гады, взорвали моего друга. Все равно мы выиграли, прикинь. Как интересно. Ладно, давайте, поехали еще раз. Так. На. О, я их повзрывал? А как так? У меня типа крутой... А, вон они опять, смотри. Все, тут главное забить, видишь как? Так, все отлично, победа есть у нас. И давайте играем дальше. Хорошо. Все, поехали. У нас два титана. Ой, да что ж такое-то, ё-моё, а? Вонючки. О, получаете. Так, ну и чё, мы это застряли, да? Смотри, что они делают. Есть. Этого я подзорвал. Так, мне встать надо, чтобы выстрелить. Есть. Взорвали. Теперь вот этого надо взорвать. Надо катить его, да и все нафиг. Да, ну ж мячик-то у них сзади оказался. Ха-ха-ха-ха, сейчас мы должны выиграть. Сейчас мы должны выиграть все равно. Эй, как вы мячик сюда дотащили, а, гады. Во. Толкаем его, вот так вот. На тебе. На. Здесь надо более маленького юркого. Этот самый танк. Танк нужен маленький юркий здесь, скорее всего. Во. Я сейчас затащу. Есть. Затащили танк мой. Танк, говорю. Мячик. Едем дальше. Поехали. О, а что здесь? Время дается? В смысле? Так, ну все, победили мы. Хорошо. Идем дальше играть. А, я могу танк другой выбрать, да? А, может быть, мне взять Джокера? Нет, я, знаешь, возьму вот этого Феникса. Точно. Феникса возьму. Ага, у них, вон, видишь, танки какие. Блин, ладно. Но у меня главное... Ладно, я на Фениксе, но здесь еще у меня дружище-то будет. Чувак. Сейчас я их прожарю. Я их буду прожаривать, нафиг. Есть. Тихо. Вперед, только вперед. Только вперед. На. Да ё-моё, чё ты встаёшь так? Давай, о, давай, прожарю сейчас. Так, одного прожарил и второго. Классно у меня. Прожариватель. Да, ребят, на Фениксе-то я еду. Блин, как весело. Интересный футбол такой, да? О! Так, идет прожарка, я прожариваю. Все, прожарил. Два танка. О, еще раз прожарочка сейчас будет. Вот, прожарили, все, толкаем дальше. Есть! 2-1. 2-0. Все, поехали дальше.
Так, здесь я сейчас буду прожаривать просто-напросто. О! Давай, давай, давай. Есть! Забили. 3-0. Вообще. Офигеть. Ну что ж. Давайте дальше играем. Да, я буду за Феникса. Эх, играем дальше. Ой, блин, у меня Тесла. Да, это не очень хорошо. Чего он вообще на Тесле сюда приехал? У них тоже этот самый прожариватель стоит. Ё-моё, чё такой бешеный, а? Всё, сожгли одного. И мы толкать нужно. На! Да ё-моё, этот вытолкал его, представляешь? Да, так дела не делаются. Так дела не делаются вообще-то. Всё. Давайте толкаем мячик. Да иди нахер, а чё ты не толкаешься? На! Не знаю, чё мы... Вот, всё, забили, наконец-таки. Так, ну всё, поехали, поехали, быстрее. Быстрее едем, быстрее. Какого чёрта я его затащил себе же? Бред какой-то. Но мы проиграем. Мы продуем эту серию, потому что у нас на Тесле. Не знаю, кто мог придумать Теслу взять. Видишь, они толкают вдвоём. Я не могу, понимаешь? У меня силы не хватает. А чё я так оттолкнулся-то назад-то, ё-моё. Нет, это ребята программно все делают, разработчики вот это все. Ну не может быть такое. Но я толкнуть не могу. Поражение. Да, получили мы поражение. Это первое поражение. Так, давай я какой-нибудь мощный танк возьму. Какой у меня самый такой, который тащит у меня? Вот, может быть, Атлас? Ну, попробую Атласом. Так, хорошо. У меня Атлас не сильно прокачанный танк. Еще этот на ватрушке. Мы супер медленные тут, смотри, танки. Тык-т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 ык. Ладно, ну, посмотрим. Так, взорвали одного. И второго. Да мы все тут разлетелись, прикинь. Так, ну что там? А чё, гола нету, что ли? Чё такое? Чё гол? Почему гола нету? Так, подлечимся. Так, а ну-ка, чувак. Стрельнул меня. Не, надо, короче, брать этого. Надо кобру брать. Кобру. Только кобру брать. Никакую не кобру, блин. Так, ты чё, гад, смотри, творишь. На, получи. Есть. Взорвали. Всё. Тащим мячик назад сюда. Так, меня взорвали. Так, 10 секунд осталось. Кто победит? Так, иди нафиг отсюда. Хватит тащить сюда. Прикинь, он нам еще и гол забил. Как вообще, я не знаю. Под вопросом. Так, а что, мы опять играем? Поражение у нас опять. Ну ладно. Так, ну давай попробуем. Я теперь буду брать комру. Все. Буду играть с коброй. Да ё-моё, опять вонючая Тесла. Смотри, я быстрый какой. А в смысле, алё? Как вы сюда приехали-то? Приплыли-то? У меня самый быстрый танк на свете. Нафиг, вы сгорите нафиг. Я затащу сейчас, затащу. Да, затащил его дурачкам.
Тут главное мяч затащить. Хорошо, что у меня напалм еще есть. Да как так они... Как так они так быстро привозят, а? Так, ну что, что у меня не едешь-то? Ну что, что у меня не двигаешься, а? Танк. Ё-моё, а? Почему у меня танк не двигается? Да, взорвали меня. Ну ничего страшного, теперь у меня напалм есть, ха-ха. Всё. Да ё-моё, вонючки, а. Так, давайте я буду их отщелкивать. Всё, отщелкнул я. Всё, держите вам мячик. Хорош. Тащим. А, ну всё, в принципе, там 2 секунды осталось. Можно не спешить. Победа. Ну что, победили мы. Продолжаем играть. Так, все, я буду на Джокере. Я буду играть на Джокере. Мне понравилось. Так, со мной еще какой-то малыш. Поехали, здесь выигрывают малыши. На, получай, вонючка. Во. Блин, смотри, что творится, а. Да ё-моё, меня взорвали, ну ничего страшного. Сейчас я полный энергии и сил. Нате вам 5 дракончика. Блин, смотри, что делают, а. Нафиг, а где я-то? Так-то я почему, блин, я на кнопку не нажимаю, у меня кнопка слева. Так что ж ты будешь делать у них уже теперь? Я нажимаю на эту кнопку вонючую. Нате, взорвитесь нафиг. Да ё-моё, у тебя что там еще? У него еще пила циркулярная стоит, а ё-моё. Напалм! Взорвитесь. Ох, нифига меня колбасит, а. Есть, я их всех взорвал. Но они забили нам гол, но я их всех взорвал. Да, все. А, 30 секунд еще? Откуда нам это? Откуда 30 секунд еще взялось-то? Алло. Да, давай, давай, затащись, затащись им. Есть, победа, нифига я его толкнул. Так, 1-2, 16 секунд осталось. Быстрее, срочно, быстрее, 15 секунд, 15 секунд, ребята. Давай, давай, тебя толкаем, толкаем мячик. Куда все исчезло, не пойму. А-а-а, поражение, не успели затащить этот мячик. Ты чё? 5 алмазов мне дали? Ну, спасибо. Так, а запустить заново стоит 20 алмазов. Нетушки, спасибушки. Ой, ну что ж, будем на этом заканчивать серию. Если тебе понравилось, то поставь, пожалуйста, лайк под этим видео. И подпишись на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.